Лана, Синдра и Ачивка Лича. И потом они Т5 будут еще брать у нас. Хорошо. Мне тоже там дохуя лавона. Человек. И я вагон, мне надо обычку пройти. На всякую херню. Ну, типа, каждый по разу. Кому-то надо, блядь, снеди закрыть. Лану закрыть. А грань зарядить можно? Что еще раз? Грань зарядить. Лобами. Тебе? Знаешь, лоба. Кстати, Лёх, как думаешь, какой босс в Оке обычки наиболее легкий? Роботы в Дисе? Кель. Нет, если из первых трех. Просто вот робот или звездочёт? Намекаться. Ловушки снимай и пиши, что снял, что идти можно. Ну что на робот стоишь? Какое не надо делать? В берту можно упереться, если мало ДПС. Да. Конечно. За счет посложнее было контролить и все просто. Ну вот, если нормально контролить, сбивать косты, то по идее он даже легче. Ну тут еще надо учитывать то, что там тоже стакнем. Ура, последствия. То есть босс тоже на ДПС. То есть что там 10 минут. А, не по 10 минут тут? Ну, типа, и сколько там примерно общего на них надо? Смотри, на 10 минуте на звездочете тебе просто будет, блядь, убивать людей. Ну, вот этими стрелами. Да. Оно ровно на то и выходит, что там и там примерно минут, что будет. А ты что-то говорил по поводу грани, что ли, интернет лаганул? Говорю, бесполезно тебе это херню делать. Почему? Ты осколки задонатишь? Нет, бабочки пособирай. Рога, снимай ловушку. Ты обычку все будешь собирать? Ну, ты же сказал, может собирать обычку, типа. Нет, ты будешь обычку себе собирать, чтобы осколки собирать. Ну да, почему бы нет? Или так нельзя? Честно тебе скажу? Вот хватает, что карьер, блядь, говоришь. Так я уже собирал много раз раньше. Еще в целка обычки будешь позорить. Да вообще на. Дай сначала исполни босса, все расскажешь, потом подумай. Так я вазелина по тактике гонял. Прихожу в карьер, блядь, на копыта. Вы даже спыла в босса. Почему? Я все знаю, я всем все рассказал. Давай быстро. Задаю тебе вопрос, тебе 5 секунд ответить. Давай. Через я сколько мы тут к боссу подошли, так тихо, что... Тихо, не перебивай, чё? Через сколько урона взрывается сильный корч? Сколько должно быть всего урона? 50к. Либо стоит. Неправильно. Путеводитель же написано. Если наносится 50 тысяч ДПС, выходит большой вес. Поставьте столик маги, пожалуйста. Пианист, посмотри личку в дисе. Сейчас, секунду. Лада, сними, разделил мне 250. Молдазар. Читай,
полностью описание этого скелета. 50 тысяч урона наносит от темной магии в течение 10 секунд. Да, а через сколько призывается? 100 баф дайте. Да зачем дальше читать? Читай первые два слова и все, допали. Ну так я же сказал, 50 тысяч урона тебе наносится. Хотя Леха спросил, когда вызывается бес. Через сколько получено вор? Через 50к. Сейчас глянем все. Я даже линканул. Куда? В рейд-чат. А, ну... Я должен их бафать, а не ты. Скажи мне. Да я, блядь, я тупал один, я должен бафать каски, а ты должен, блядь. Расскажи мне, почему. Ну, 45. Два паладина не могут разобраться в бафах? Рога, ты здесь? Ты заходишь? Намикадзе. Ну чё, у нас три танка на ребре будет. Ничего страшного, от одного танка. Все равно на следующего босса надо три танка. А у нас Энджи вечерний состав вступил? ДВ. А где он? Или КД уже? У нас Роги нету в сети. Но он в Дискорде. И пристабав. Но он не заходит уже минут три. Пристабав еще может? Может вылетел. Кстати, а почему Энджи подписан как Сова, если у него, по-моему, основа это Мишка? Уже, блядь, как месяца 4, наверное. Давайте 24, ему все равно шмот не светится, ребят. Начинайте 24, хули. Пристабав. Там Вага спрашивает, что с Антей на замене делает. Меня спрашивают? Или у Сантея? Персинг готов? Ты кто с Антея, надо спросить. Поставьте один из паладинов лед. Дым персик. Спроси, может у него просто вечером не получится. Вот почему он сейчас тут. Ну, скорее всего, конечно. Лут поставишь? Че, может ты на тебе? Шипы. Совы, хватит в босса кастовать, шипы убейте. Справа шип.
Почему маг в луже умер? Да дебил, потому что. Колечко хорошее, пояс. Короче, я знаю одно. Что? Что надо удалять ДК. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. А что ты опять одел? Почему, к сожалению? Ой, блин, это... Подожди, япончик, не роль. Ты там шею уже разголил? В бою не показывается окошко. Дайте с комбата выйти. Ну и просто в бою. Ну шо я подожду? Ну если надо, я могу так ролл кинуть. Мне на ловс. Заивредился. Тебе сколько осколков осталось? Еще прилично. Ну половина-то есть? Ну да. 24. А я тебе говорила, не надо брать этот оффхэн. Оба вы выделили. О, все есть. Шею вообще скидай на руку. Посвятил вас. Да. Справа на успех. Спасибо. Ну, за пояс, конечно, гацелуки. Поздравляю. Месяцами не падает этот пояс. Ну, Дозар, ты у меня что ли талант копировал? Нет, я во Фросте. Ну, так у меня есть просто тоже. Я так не пойму, зачем тебе послушник разума? Я не знаю. Крит. По Фросте. Ну хоть какой-то крит, чтобы. А то я тебе символы какие поставил. Яко, подожди. Так, символы, короче. Ледяная стрела. Ой, символ ледяного огня, короче. Потом ледяная стрела и что? Копье, ледяная стрела и огни. Слышишь, что тебе в Т5 вообще копье не надо кидать? Копье не надо кидать в Т5? 10 косарей вот сейчас вылетело в копье. Мягкий потом напишешь, и тебе расскажешь. Кому с этого босса нужна основа для босса? Кто? Основа для босса. Может, на успех кому-нибудь? У магов вроде у всех есть, у престов, у волков. Мяка, я надеюсь, ты хоть на копье не ставил символ?
А ты посмотри, нельзя что ли посмотреть? Символа нет, талант. В базу мне лень, сейчас лень. Миша, м? Ты распределять будешь? Кого? Кто где стоит? Сами распределяться. Не слушайте Фарада, он сам мешает. Раня слева напуливает, кладбон справа, энемиказа ему поможет справа. Мильки свои бьют, РДД свои бьют. А тут есть те, кто не знает тактику? Первый раз хэмки, все дела. Хилы сопрут бьют. Ставлю рыбу. Танки с каких сторон? Я слева. Войд справа, Карина слева. Войд будешь это тянуть себе сзади, если будет выходить. Я так понимаю, на второй фазе я на боте с Войдом? Вот Цинь с трэшем побегает. Бафы обновить. Сейчас еще 40 секунд, Гера ждем. Гера не на второй фазе дает? Нет. Ну ладно, чем быстрее перейдем, тем... Все готовы. Давай отчет. Чигиру с пола, да? Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Ты не в силах противиться моей воле. Помощники. Контроль будет, пушки снимите. Ты не в силах противиться. Встань и обрети истинную форму. Процентов. Доливать трэш, потом по боссу. А, не знаю. Стоп по боссу. Трэш справа добейте. Вот сын, лови трэш.
духов не ловим, духи выходят. Чё-то под боссом медиков дофига. Бля, у меня что-то подвисло, короче. Мелизон вдох. Сау за контроль. Духи, шторы. Я каждый контроль свой выпить. Не до сюда. Миля. Духи аккуратнее в центр идут. И на позиции бейте. Невероятно тяжело пропилить, когда вы ловите. Ну так у нас там в мелизоне стояло 10 человек. Адок. Нямка, хочешь посох на успех? Ну, если никому не нужен, почему бы просто так не взять его? Есть так, такой... это сейчас значит, я только шторы. За первого босса, а за второго. Кому мне отдать посох? Шторам или нямке? Шторы, ты будешь как собирать посох? Легендарный. Шторы, как минимум, может сову одеть, нямки я не знаю на как. А у нямки есть лем? Ну, а у что, лем... есть сова? Лем с обычными... Лем с мейнхендом и щитом будет гораздо профитнее, чем эта палка. Шторы, у тебя есть сова? Ты, он, у него давно есть сова. Говорили. И помнишь, что ты тринку ролил? Ну, забирай. Но только я не знаю, как ты будешь собирать осколки. Просто не было? Причем здесь осколки? Не. Блять, я трэш. Не могу развалить. Слушай, что трэш. Ему до этих осколков еще 2500 душ сосать. Ну мне кому лучше отдать, нямки или что? Мне Шторам отдавай. Да, дай просто по роллу. Там же есть ролл. С удовольствием, вы только трэш согрели. Мы сейчас еще босса без тебя запустим.
Хорошо, значит я не буду ролить шмот. Все убили. Чур, я летаю. Не-не-не, мне надо потестить. Мне тоже надо потестить. Не-не-не-не-не. Ну давай ты на следующей неделе потестишь. Не. В десятку хэм иди тесть. Че тебе там тестить? Ты уже давно втыкаешь. Все на успех забрали, Вага. Пианисты здесь? Лех, мы без тебя не запустим. Вага, запускай. А япончика? Ждите меня, я сейчас подойду. Воспряньте! Не дождались. Его сюда, портания. А что, так сразу не распустили? Фарада, а чё взять-то так? Место вот то, что... Мяки напишешь потом, он тебе расскажет. Сейчас вы ответите перед Солфангом! Видай свою калошу, не то мы её прямо в небе взорвём! Артету делать нечего! Пехота, сержанты, бой! На мой корабль! Сейчас ты умрешь! Корабль под обстрелом! Заклинателя сюда! Пусть заткнет эти пушки! Ну и фишка в том, что в этом спеке когтей нет. Сейчас начнет Вага ругаться. Сейчас его фанка без когтей. Кого это? У тебя теперь 4-5? Да бредовый спек. Спек. Т5 бредовая, бонус бредовый, агро мало, блять. И абсорб этот ни к силу, ни к городу, блядь, нахуй не нужен никому. Делай фреста. Фрост говно. Поступи неожиданно, я сделаю анхолика. Скорее.
Джаз же танчит ванхолики нормальные. Его занерфили. Не знаю, что ты не хочешь просто, там до хрена абсорба идет. У танка как у хила захила по себе. Там у Дуцимана закончилось. Не, нормально. Там 60 стаков вот за это держать. 280 танк может и 99 выдержать. Разрядите. Вот та пушка, которая справа, она самая свалкающая. Так и знаете, кто самая правая сидит. Не слагающая, просто не успел нажать. А успел, уже б закончили. Не закончили бы. Она на носик 49-50, а там было 80. Ладно, ладно, начни самую слагающую. Вторая в списке. Ну и чё это? Вот самое слакающее. Правильно, Фарада вагон. Ну и чё, это живой щит? 16 тысяч. Кому это надо, блядь? Ёбаный стыд. Это причём, у меня один раз перегрев ещё был. А у Фреста 30 тысяч. Вага, зачётному начисли 389 заплачь. Так чё, я спекаюсь с сову, да? У тебя есть сова? Да, 7к ДПСа. Медведи больше ДПСа, но зато сова. Да у нас уже есть как бы две совы. 5 лапы и пристабав. 3 счастливое число. Че, мешок упал? ГЦ? Медведь? Надо было на ДД открывать, блядь. Если никому монетка не нужна. А собирать на танка, да? Медведя. Ты 5. Я, да. Не, я войду. Ходили бы сейчас в 3 медведя. Да вообще не говори, блядь. И горе бы не знали. Смотрите на вагу Авкашера. Он небось там весь бой стоял. А нет, 2 ляма нанес. Вага, ты здесь? Я на уличку себе написал. Карин, потыкайся в него там. О, как сразу ожил-то. Вага, я тебе сундучку написал. Запускай.
Остерегайтесь! Герои, будьте начеку! Лет только что... Присоединись ко мне, отец! Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети! Лучше тотем на мили хаст поставьте. Не, лучше РДД хаст. Ну, три шамана. Один-то можно на мили выделить? Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Чё, что, в сову спятнешься? У тебя нет шанса. Я сильнее и могущественнее. Вага стакаем? Мы назвали... А чё нет? Типа, подамажить. Да это, я что-то вчера на роботе начал стакать, смотрю, там отваги вообще нифига.